Всем привет! Я пришла домой. Я была на учебе. Это уже вообще другой отдельный день. Прошла уже неделя с самого начала, вот то, что вы сейчас видели. Я уже успела устроиться на работу в школу. Я работаю учителем истории и обществознания. Да. Я, которая даже не подозревала, что все так сложится. Сегодня я проснулась в 6 утра. Я была в школе. Я работаю в школе. Сегодня был мой первый день. Да, 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 я училка. Я учу историю обществознанию. Меня пригласили, поэтому я решила, почему нет. Деньги никогда лишними не бывают, но, если честно, то, что там платят за ту работу, которую ты выполняешь, это мизер. Вообще ничего. Я понимаю тех учителей, которые жалуются на зарплату, отдают много сил и энергии ученикам, и при этом вот столько получают отдачу. Вот, из-за того, что я сегодня встала в 6 утра, у меня, то есть, уже были уроки, я провела тест, пообщалась с детьми, сходила в магазин за яйцами, за продуктами, и я прихожу в универ, и у меня, то есть, уже прошло, наверное, часа 4 с бодрствования, и там все такие заспанные, такие только раскачиваются, и я такая, что? Это очень странно, ну просто... Сейчас я опять пойду в универ, буду учить учебу. У меня будет лекция по древнерусскому государству. И потом приду опять домой. Буду, наверное, делать домашку. Какой у меня классный фон. Вообще супер. Мне очень нравится. Это песня для моей души. И так каждый день. Раньше это было еще чаще. У нас пасмурная погода, очень туманно, очень. Поэтому надо одеваться тепло. Учебу. Никому не советую. Так, сегодня среда. Сегодня я была в школе. Я каждый день хожу в школу, кроме выходных. В 6 утра встаю и в 7:30 иду в школу. Я стараюсь, но что-то на мои старания не хватает времени на уроки, поэтому сейчас я именно прощупываю почву и ищу способы, как мне действовать. Вот так. Еще не могу уснуть раньше, чтобы выспаться, потому что у меня весь дом галдит, кричит и...